Снова здравствуйте всем, молодые люди, девушки. Сегодня еще хочу рассказать о шампуне и кондиционере для волос. Вот у меня для окрашенных и сухих волос, потому что волосы жутко окрашенные, да? Серия Aloe Vera компании Essence. Вы знаете, я сначала купила шампунь, так я думаю, блин, что-то пузырьки какие-то маленькие. Я же привыкла бодяги вот эти покупать, даже профессиональные. И думать, ёпарасоте, ну, должен мылиться там 300 раз, два раза мыть голову, там жутко жирным бальзамом намазывать волосы и потом тонны воды смывать. Ну, девчонки, ну, одним словом, Европа. Там, где есть экономия воды, в том числе питьевой, и то, что они моются, да. Я говорю, к чему? Шампунь, он не мылится так сильно, как обычные магазины. И поэтому меня это сначала, если честно, смутило. Думаю, ёпарасоте. Тюбик как бы достаточно небольшой, это что же мне на 3 раза голову помыть мои длинные волосы, да? Думаю, ну ладно, ну эксперимент так эксперимент, первый раз. Я, значит, помыла голову, смыла водой, прям буквально небольшим количеством воды волосы. И понимаю, что голова-то чистая, аж скрипит. Ну то, что второй раз мытье головы не требуется. Думаю, так, ладно, опробуем дальше кондиционер. Кондиционер для волос имеет легкую текстуру. Знаете, очень похож на несмываемые. Я когда пробовала других компаний несмываемые бальзамы и кондиционеры. Вот они.